Дорожные службы округа перешли на весенне-летний график. Во всех территориальных образованиях продолжают работы по содержанию автодорог. Сметают мусор, наносят разметку и моют асфальт. Поливочные машины уже очистили более 147 километров трассы. Особое внимание уделяют ямочному ремонту. В настоящее время уже практически 10 тысяч квадратных метров выполнено. Значит, за последнюю неделю почти 2,5 тысячи. В общей сложности у нас выполнено, отремонтировано 4100 ям. Мы идем темпами 800-1000 ям в неделю. За последнюю неделю 805 ям мы отремонтировали. В надлежащее состояние приводят светофоры, дорожные знаки и ремонтируют лавочки на автобусных остановках. В ближайшее время завершат работы по нанесению дорожной разметки. Мы в дождь разметку наносить не будем, иначе это будет фикция, а не разметка. Она в ближайшее же время отойдет, поэтому ждем, когда погода нормализуется. Работы ведут в рамках месяца чистоты и благоустройства. Их планируют завершить до 1 мая. Елена Краева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».